Мы все равно не выжили. Ой, прилетела машина какая-то. Ой, еще. Нифига себе, еще пушка прилетела. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Дарк Драгон. Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем приветики, омлетики. И вижу Фредди. Ну что, ребята, настал тот момент, когда мы скачали очень много крутых бомб и будем сегодня делать обзор на крутецкие бомбы. И будет ролик называться «Какая бомба самая крутая». Погнали. Ставим бомбу. Отлично. Ставим взрыватель. Давай, Серега, взрывай. Вон там портал, ребята, находится далеко. Неплохо. Хорошо. Может, это слабые бомбы? А ну вот это вот. Ракета. Как это? Ух ты, неплохо. Слышь, я аж испугался, громковато так. Хорошо. Вот так, ребята, дальше будет все жестче и жестче, поэтому досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика будет вакханалия. Блин, так прикольно через портал перемещаться, мне нравится. Тикай, Дима, тикай, тикай, тикай. Бейся. Так, давай, Серега. Скидыч. Ой-ой-ой. Мне кажется, это далековато, но дальше будут бомбы такие, что, мне кажется, они даже будут убивать нас и на таком расстоянии. Дима, знаешь, нереалистично, мы портал поставили, а это... А взрыв не проходит. Ну, через портал, а это неправильно. Давай. Ой-ой-ой, вот это красиво, да, было? Похоже на вулканическую. Да-да-да, ну, похоже только. Только взрыв такой другой. О, такая вот есть. Это ж ракета Илона Маски. Чуть-чуть. Ну да, Илона Маски, да. Ух ты! Взрывается как ракета Илона Маска, кстати. Да-да-да, точно, точно. Когда неудачно приземлилась. О, вот это будет что-то помощнее. О, Серега, дай я активирую бомбу, постреляю в нее. Мне интересно, может так будет или нет? Погоди, погоди. А ну давай. Здорово. Да, короче, можно стрелять по ней даже. Так, отлично. Надо очень быстро показать бомбы, потому что впереди мегапак гигантских бомб. Ой-ой-ой, смотрите, до нас уже доходит. Потихонечку увеличивается радиус. Так, Серега, давай, чтобы было эпично. Я так понимаю, что бомбы небольшие. Мы сразу много их взорвем здесь. Давай. Вижу. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы скачем все на новые моды и стараемся снять что-то очень интересное. Серега, подрывай. 3, 2, 1. Сейчас. Просрала. О! Нифига себе. Это что, после нее какие-то еще выстрелы идут? Так, и вот такая у нас еще бомбочка есть. Так, давайте, наверное, 3 взорвем, потому что что-то с 4 переборщил. Слишком даже. Да? Щпоньк. Беги, Серега. Ну, я не знаю, что у них эффект такой. Это прям очень жесткий эффект. Кабум. Так, открываем мегапак. Может, даже эти все бомбы не войдут в один ролик. Так, там, короче, небольшие бомбы. Давай поблизости повзрываем некоторые. А уже мега большие будем издалека взрывать. Так, вот такая бомбочка у нас есть. Что, взрывать? Да, давай. Так. А я вот тут на спауне, да, Сережка? Маленькие бомбы тут будем взрывать. Сейчас. О, давай об землю ее просто гахни. Вот. Что-то не взрыва... А, о, нифига взорвалось. Себе. Вот такая вот челепиздриха есть. Убегать. Ой, красиво, видели? О, так у нас, пацаны, салюты. Салюты, давай, цепляй, будем в воздухе взрывать. Офигеть придумали. О, давай, иди. Офигеть! Блин, ребята, мы новую тактику. А ну цепляй еще раз к этой же. Давай так кинь, подожди, стой. Ух ты! Вы, типа, кровь идет из жопы. Ой-ой-ой. Кстати, у меня ранило, представляете? Ну-ка. Так, давай. Красиво! Стой, не активировали, все, активировали. Ух ты! Нифига себе бомбище.
Так, надо очистить карту, наверное, потому что мы будем помирать. Так, давайте дальше. Вот такая у нас есть. О, так это ракетница. Давайте запустим. О, полетел. Красиво. Во-во, полетело, полетело, смотрите. Блин, классный пак. Все исчезло. Не, сейчас взорвется. Отлично. Вот такая ракета. Какой-то ядерной боеголовкой, похоже. Так, давайте вот так пониже. Полетело. Офигеть, как красиво. И звук такой, да, как ядерка? Хлопок какой-то. Не, это не ядерка. Это мышь. Ох, красиво, да? Скидыч. А, все. Это все истребители, кажется, ракеты. Да-да-да-да, похоже, очень. Победил. Мощная, да? Очень мощная ракетка. Ой, а это что за черепиздритель? Ой, прострал, надо еще разок. А, ее надо... Полетело, полетело, я вижу. Слабенько, слабенько. О, дальше у нас. Ой-ой-ой, зря ты нажал. Классный, да, звук? Каждая бомба по-разному взрывается. Знаешь, какая Дима идея? Я научился их далеко бросать, кстати, на то место, как раз где был портал. Блин, звук с опозданием доходит. Очень реалистично. Очень. Задержка идет. Вот она едет. Красиво, красиво, красиво. Взрывная волна. Ну-ка. Нифига себе. О, вот это какая-то со острием. Напалмовая, может, какая-то. Не знаю, сейчас проверим. Да, похоже было напалмовая. Ой, это ракета, наверное, да? Не, это снаряд. Не-не-не-не. Снаряд. Ой, наверное, мы умрем. Она все равно взорвется, Серега. А их ни одни не активируют, они все взрываются и так. Не взорвало. Не взорвало. Давай, давай я добью ее. Серега, прощай. Ой. Ух ты, нифига себе, вот уже умер. Вот это мощная, Серега. Это карма. Блин, крутая бомба. Хочу еще раз ее бахнуть, только активирую. Давай, Серега, полетело. Слишком... О. Рано, рано, ну чтоб дальше отлетело, пацаны. Ну, хочется пораньше, да, Серега, взорвать? Вот это грипп от нее, мощнецкий. Не, я ее ускорил, Дима, чтобы так, ты понимал. Так, Blue Odin. Надо запрыгнуть ее далеко. Далеко, ура. Далеко, пацаны, научился кидать. Профи. Ой, красиво, трассирующая, видели? Вообще жир. Ой. Нифига себе, она жахнула. Все-таки я еще взорву. Красиво очень это сделаю. Так, полетела. Надеюсь, я выживу. Летит, летит, ребятушки. Скидыщ. Сейчас бахнет. Мощно, мощно, мощно. Вот такая есть. Подождите, это тоже была. Так, так, вот. Полетела. Красиво. Выживем, не выживем? Как-то не мощно взорвется? Выживем. Неплохо. Вот такая вот. Это тем более выживет. Прям далеко научился их кидать. Ого. А это кассетный снаряд. Я да, это была кассетная. Это что за такой маленький? Я недалеко буду кидать, вот так рядышком. Это мортирный. Ну, такая, да, чисто поржать. Так, продолжаем, ребята, не останавливаемся. Классно, да? Взрывается бомба. Еще одна полетела. Да, это мортир. Слабенькая, слабенькая. Еще одна полетела. Ух ты, нифига себе она мощная. Ребята, обязательно пишите в конце ролика, какая бомба вам больше всех понравилась. Опа. Ой, блин, да я, извините, пацаны, увлекся, увлекся. Промахнулся. Так. Вот такая какая-то бочка. Ой-ой-ой. Газовый баллон.
Вот такая ракеточка есть, бомба. Похоже на такую бомбу, которая самолет, да, сбрасывает? Да. Дыщ. А, ну не остановился. Прикольно. Так, продолжаем, не останавливайся, куча бомб. Это что за комар? Не знаю, сейчас посмотрим. Такие бывают, комары взрываются сильно. О! Офигеть, ты видел? Это аж по ушам не ударило. Да! Слышь, вот тебе и комарик. Ой. Офигеть, она жахает. Красиво, каждая бомба с определенным эффектом. Вообще не повторяются, да? Летел. Ну-ка. Во, видели вот этот эффект в конце? Да. Еще разочек. Это было эпично. Ну-ка, 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 ну-ка. Лайк за взрыв. Блин, это просто можно наблюдать вечно эти взрывы. Очень реалистично сделано. Очень, да, Сережечка? Ну. Да. Очень. Прям вообще жирно. Можно потом, знаете, ребята, сделать? Если ролик наберет 3000 лайков, о, мы, короче, сделаем базу или зомби наставим, будем на зомби сбрасывать. Как вам такое? Хочу бомбу подальше скинуть. Посмотрите, на что она способна сдалека. А ну-ка, будет эпичный взрыв. Представь такую сбросить на танк или на что-то. Ты что? Оно прям там вообще мега какой-то взрыв творится. Блин, все выглядят по-разному. Бабах. А может поставить технику, танки туда? Я буду хотя бы на танки сбрасывать. Ну, два, Серега? Давай я парочку, да, хотя бы будет, будем видеть разрушение, потому что, знаете, мы-то и скидываем, да, эффекты классные, но мы не тестируем их на разрушение. Но мы сделаем, наверное, отдельный все-таки ролик, мы построим базу и будем эту базу обновлять перед взрывами и смотреть, какая все-таки бомба наносит больше разрушения. Да, в разной части карты, потому что это наугад в основном кидаю. Пацаны, ну что, поставили танки? Я ставлю, да. Вот. Молодец, молодец, Серега. Ну, чтоб ты видел, вот, где они. Блин, ну прикольно. Так хотел скинуть? Ой. Я Серега, не специально. Ого, бочка. Машины взорвались, а три танка целы. Мега взрыв, пацаны. Офигеть, аж танки подвинуло. Ставьте еще там технику. Умирайте. Слабо. Так, вот такая бомба. Давайте все-таки я вам покажу, что она делает. Мы ее снимали в предыдущем ролике. Очень красивый эффект. Классно взрывается, мощно довольно-таки. Так, продолжаем. Не останавливаемся. Серега, красивый полет бомбы. Блин, эпично взрывается. Пацаны, что-то мощное. Очень. Вы готовы? Что-то очень мощное. Далеко кинул, прям очень. Ого, танк полетел, метеорит. Ставьте еще технику, потому что сейчас будет еще взрывы. Танк летит, смотрите. Горящий, это метеорит. Бум, вообще жир. Надо очистить карту. Серега, очищаю, с удовольствием. Так, продолжаем. Еще есть бомбы. Еще есть. Так, подальше кидаем прям. Ну. Ой, мимо. Хочу еще пожить чуть-чуть. Подождите, где эта бомба была? Вот. Ух, нифига далеко. Научился, да, кидать красиво? Я же даже повыше забираю, чтобы меня не взорвало. Не-не-не, Серега, тебя не должно взрывать. О, гранатка. Ее даже здесь можешь взорвать. Он что-то не взрывается. Ладно. А, не, взрывается. Ой, пацаны, это уже что-то ядерное. Ядерное? Да. Ой-ой-ой. Ой-ой. Что это за мощное такое? Стойте, надо очистить карту. Надо реально очистить карту. Так. Давайте возьмем бомбу. Вот эту. Эпический бросок. Мы все равно не выжили. Ой, прилетела машина какая-то. Ой, еще. Нифига себе, еще.
пушка прилетела. Ребята, ну это эпичная бомба. И вообще, прям, знаете, ну очень крутой пак. Наверное, мы его все-таки ставим на коллекции навсегда. Для того, чтобы прилетели. Дальше взрывать все. Полетели дальше. Тоже, походу, от нас ничего не останется. Наверное, от нас, да, пацаны, ничего не останется. Нам хана. Офигеть! Вы видели, какой эффект был перед взрывом? Офигеть, тогда чистить карту по любасу. А че так долго туман сходит? Это мы что-то мега мощное, да, взрываем? Мы пыль подняли, мы же в пустыне. А-а-а, точно. Блин, а тут все ядерные, они очень мощные. Кинул реально далеко, насколько смог. Ну, наверное, мы опять умрем. Нам конец. Красиво, Серега. Мы выжили, да? Да, я очень далеко, я, наверное, кинул. Смотри, какой гриб. А там все-таки, смотри, один танк задело ядерко. Да? Да, вон горит, видишь? Сгорел, взорвался. Да-да-да-да-да. Даже в таком расстоянии. О, прям четко кинул, Серега, смотри. Офигеть, как круто! Мега бочка. Ну, она моментально убивает. Какой эффект от нее мощный. Ого, пацаны, привет. Доброе утро. Ребята, бомб очень много, поэтому мы разделим ролик на две части. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.